объедают. Так, ну что, пойдемте, наверное, их покормим. Батончики – это максимально удобный продукт. Вот, мы хотим делать, конечно, там фруктовую, вкусную историю с добавлением протеина, чтобы это был скорее такой молодежный тренд. Вот, а так они от яйца до взрослого месяц. То есть должны расти месяц. Отвращение какое-то. Ну, наверняка найдутся люди, которые скажут, ну да, я еще не готов. Но большинство... Господи, сейчас люди такое едят. Потому что это будет дорогое инвестиционное как бы, вложение, которое я должен знать, что нам не придется переделывать. Или к нам придет проверка и скажет, о, не, ребят, закрывайтесь, тут вообще не так. Мы их живыми еще запаковываем в пакет и кидаем в мороз. Они просто засыпают, это понижение температуры и умирают спокойненько. Надеюсь, безболезненно. Мы стараемся быть гуманными.